Скандально известный в Алматы мажорик и пранкер Назар Ролан снова оказался за решеткой. На этот раз 21-летний парень управлял элитным Порше в нетрезвом состоянии. При этом за руль он сел без прав. Его арестовали и отправили в спецприемник. Новый пранк или беспредел очередного Усенова? Смотрите видео Тенгри ТВ. Назар Ролан получил известность в октябре прошлого года. Он с ветерком прокатился по встречке на проспекте Аль-Фараби. Молодой человек опубликовал свой подвиг в Инстаграме. Парня лишили водительских прав и арестовали на 7 дней. Оказалось, что в течение года он 14 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Позже в сети появилось видео, где Назар просит прощения у казахстанцев. Но после появилась другая публикация. Оказалось, что парень нисколько не раскаялся, а даже наоборот. Ребята, которые говорят, что я там типа лох, раскаялся и все дела, вы обратите внимание на видео внимательно. Я там еле сдерживаю свой смех. Это видео снимали раза 4, потому что я на первых трех видео угорал пострашно. Известность на всю страну Назару Рулану явно понравилась, и он решил продолжать свой успех. Начал снимать пранки и выкладывать в социальных сетях. Одна из шуток закончилась скандалом. Молодые люди пытались сдать в багаж в алматинском аэропорту сумку с человеком. За это одного из пранкеров арестовали на трое суток. Не помогает. На другом пранке Назар Ролан вместе со своей подружкой предлагает прохожим поиграть в сексуальные игры. Аккуратненько, красиво. По информации алматинского городского суда, на этот раз Назар Ролан проведет за решеткой 20 суток за вождение в нетрезвом виде. В суде он полностью признал свою вину и якобы раскаялся в содеянном. Известно, что Назар Ролан является внуком известного и уважаемого писателя. Интересно, что думают родные о шалостях своего золотого мальчика?